Есть. Вот, есть. У меня ж прям небольшой мандраж такой. Друзья, всем привет. Сегодня на канале долгожданная рыбалка. Приехали сегодня с Володей в рыболовный клуб Кутузова. И будем сегодня здесь рыбачить, значит, ловить карася, карпа, ну и остальную рыбу, которая здесь водится. Погодка, как видите, подводит. Такой сильный ветер поднялся. Вчера такая шикарная погода была, было тепло, солнышко светило. А вот сегодня, как только приехали на рыбалку, похолодало, ветер, может быть, даже и дождь будет. Но мы не сдаемся перед трудностями, так что сегодня будем рыбачить в такую вот погоду. Говорят, даже в такую погоду лучше рыба ловится. Ладно, сейчас раскладываемся, приготавливаем прикормку, ну и по порядку вам все расскажу да покажу. Погнали. Вот мы так расположились. Володя настраивает свои снасти. Сегодня рыбку ловлю на Кутузов. Ладно, надо тоже раскладываться, не будем терять времени. Итак, сейчас замешаем прикормку. У меня с прошлой рыбалки осталось в гараже. Мыши не добрались, слава богу. Значит, вот такие вот три пакетика прикормки. Значит, у нас здесь фортуна лещ, фортуна карп и гринфиш карась сазан. Сейчас мы это все замешаем. А может быть, не все, а только по половиночке. Значит, насадка кукуруза консервированная и опарыш красный-белый. Сейчас, значит, начнем приготовление. Так, ну что, думаю, гринфиш, начнем с него. Гринфиш, я думаю, можно весь высыпать. Ну, раз мы будем сегодня ловить карпа, давайте тогда и карповую прикормку будем использовать. Леща оставим, а вот два пакетика карповых замешаем. Опа! Вот так вот. Пошел аромат. Аромат прикормочки. Сейчас у меня сегодня еще будет в обкатке моя новая катушечка. Приобрел новую катушку с хорошей скидкой. Это уже вторая у меня такая катушка. Но я вам сейчас покажу ее. Обалденная. Вообще мне очень понравилась она. Для фидера самое то. Так, пока прикормочка наша настаивается, мы уже будем снасти раскладывать. Сегодня на два фидера буду рыбачить. Может быть, с разных дистанций. Так, 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 что у нас тут есть? Значит, Браунинг Champion Choice 360. Хорошая палка. Отличная. Вяжет рыбу превосходно. Солнышко выглядывает. Возможно, что не так все и плохо будет сегодня. Может быть, ветерок стихнет все-таки. Так, и вторая палочка. Это у меня бюджет. Это Салмо Диамонд Фидер 120. У нас бюджет. Но тоже хорошая палка, пусть она и недорогая, но очень хорошая. В своей ценовой категории отлично вообще подходит. Так вот. Так, и, как я и говорил, вот они мои катушечки. Смотрите, ребят, катушки. Катушки эти у меня одинаковые. Вот у меня такая вот была сначала, я ее в прошлом или позапрошлом году покупал. Это у нас катушка Писцефан Веном ВМ4000. Отлично вяжет рыбу, превосходно. На кис не рыбачил, сотку, кормушку вытягивает вообще без проблем каких-либо. И я вот недавно приобрел себе точно такую же катушечку.
У меня была отличная скидка, и я решил ей воспользоваться. Взял вот такую катушку с 60, наверное, 70% процентной скидкой. Вот, так что сегодня у меня две идентичные катушки. Отличные. Так, шок-лидер сейчас сделаем. Смотрите, это очень просто делается. И я вам расскажу, для чего я его сделаю. Шок-лидер я сделаю из лески 027. А сделаю я его для того, чтобы на нем очень удобно вязать сразу оснастку. А ловлю я в основном на петли патерностер. Вот. Я в основном как бы только для этого его делаю. Смотрим, значит. Делаем вот здесь петлю. Вот таким образом, да? Загибаем шнур. Эту леску просовываем в эту петлю. Здесь зажимаем пальцем. И вот этот монолит делаем обороты вокруг плетеного шнура. Да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, потом этот конец мы просовываем в эту петлю в шнуре. Просовываем, фиксируем, смачиваем и затягиваем. Все. Вот такая отличная петля получилась. Вот такой отличный узел получился. И никуда он уже не развяжется. А вот эти вот остатки можно срезать. Раз. Так, и два. Все. Все. Сейчас подмотаем, посмотрим, сколько нам нужно, какая длину оставить по нитке. Так, все, вот пошла у нас леска уже. Ну, все, вот этого достаточно. Тут леску тоже отрезаем. И у нас все готово. Вот так. Ну все, здесь уже делаем классический монтаж петли паттерностер. Маленькую петельку для поводка. И чуть выше большую петлю для кормушки. Все. Все легко и просто. Большая для кормушки, маленькая для поводка. Все, со второй удочкой делаем то же самое. Так, друзья, поводки вот такие поставил. Значит, это у нас сразу готовые оснастки. Правда, петельки я перекрутил, перевязал, потому что здесь как-то неплохо затянуты. Значит, 0,18 леска, 7 сантиметров длина. Ну, я их немножко укоротил. Вот, и вот такой крючок. Думаю, для карпа самого то, который здесь есть, подойдет. Все, сейчас мы поставим их. И уже можно будет потихонечку закармливать точечки. Поводок, петля в петлю. Быстро и просто. Вот и все готово. Так, прикормка наша настоялась, питала влагу. Сейчас сюда добавим кукурузу. И как раз она ее доувлажнит до нужного состояние. Добавим кукурузки и оставим кукурузки еще на насадочку. Вот так вот. Кроссоком ее доувлажним. Получится вообще шоколадно. И кукурузки. Так, отлично.
Все, превосходно. Прикормка готова. Друзья, ну что, мы разложились. Остается теперь только ждать. Ждать поклевки, будем кормить. И ждать поклевки карася или карпа. Да. Большой зеркальный карп, красавчик. Но мы сегодня его отпустим, как и всю пойманную сегодняшнюю рыбу. Все, красавчик. Клюнул на кукурузу с опарышем, на бутербродик. Все, поплыл. Так, вот решил перезабросить и заодно покажу вам, на что у меня клюнуло в тот раз. А клюнуло у меня вот примерно вот на такую насадочку. Я насадил одну кукурузинку, где она тут? Ну вот хорошая вроде. Вот так вот. И закрепил это дело одним опарышем. Вот так это выглядело. Вот на это клюнуло. Так что сейчас пробуем дальше. Есть.
Убежал. Ну да, выскочил. Ладно. Убежал. Подсёк вот, только перезабросил. Тяжело, тяжело идет, тяжело. Да. Ох! Хороший карпик. Есть. Слушай, это большой. Друзья, ну вот он, big fish сегодняшнего дня пока что. Вот это карп. Карп, всем карпам карп. О, сейчас Володя меня сфотографирует, и будет вообще зашибись. Вот это карп. Да, хороший. На трешечку потянул. Да, тяжелый. Трешечка, трешечка. Хороший, хороший. Красавец. Красавец. Ну, отпускай тогда. Ну что, сфоткай тебе телефон? Не взял? Нет. Нет? Ну ладно, я тогда здесь вырежу. Да. Ладно, давай. Вот он. Наше все. Ладно, ребят, пора отпускать его.
Красивый, хороший. Трешечка есть. Фу. Ладно, все. Идем. Отпустим. Фу. О, такой красавец. Убежал. Друзья, ну что, вытащили сейчас огромного карпа, ну где-то по трешечку мы его не взвешили, но он огромный, Володя так сказал, 3 килограмма точно есть. У меня же прям небольшой мандраж такой. Честно, признаюсь, первый раз такого карпа большого поймал. Вот. В общем, походу прикормили точку, это же третья рыба была с этой точки. В общем, сейчас будем прям, камеру оставлю, пусть снимает. И будем пробовать заснять поклевку прям онлайн. Все, идем ловить. Есть. Ну вот, и дождались. Небольшой какой-то. Может быть, даже и не карп. Как-то очень легко идет. Начал упираться. Видать, шел к берегу. Ох, попер. Торпеда пошла. Оба, есть. Нет. Карпик еще один. Ну. Да. Ну вот, и прямой эфир. Такой малыш попался. Это уже со второго фидера, я его тоже на дальнюю дистанцию перенастроил. И вот он, такой карпик с этой точки. Так что отпускаем и продолжаем ловить дальше. Красава. Опа! Точно в точку. Есть! О, хороший. Пошел к берегу. Я поклевку видел к берегу. Была в поклевка в берег. Леска ослабла. Ой, как сопротивляется-то. Ой, не хочет появляться. Да?
Пошла, пошла. Небольшой тоже. Есть. Вот он. Это у нас пятый уже карпик. Такой тоже небольшой красавец, а? Красавчик. Пятая рыбка. Сегодняшней рыбалочки продолжаем ловить. Рыбка подошла. Рыбка клюет. Здорово. Ребята, погодка прям что-то на глазах начинает портиться. Пошел мелкий дождик такой противный. Ну, хорошо, здесь вот у нас беседочка. Если что, мы там непогоду переждем. Ну, а пока ловим. Ловим, пока ловится. Если что, при желании можно зарядить ваши телефоны или еще какие устройства. Вот такая отличная беседочка здесь. Можно переждать дождь. Да, Володь? Да. Вот, есть. А, есть. О, хорошенький. Вот так, давай. Мы его подмотаем, чтобы фрикциону было место, куда крутиться. Вот так. Куда-то в берег уперся. Ну иди сюда, друже. Как скажет Михалыч. Зелен. Есть. Вот, друзья, очередной кутузовский богатырь. Что, отпускаем? Ну что, друзья, сегодня мы рыбачили по приглашению в рыболовном клубе Кутузова. Поймали 6 великолепных рыбин. Был бигфиш дня, это карп в районе 3,5 килограмм, красавец.
Всю рыбу мы отпустили, так что у вас есть возможность поймать ее вновь. Ну а я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.